Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон. Как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Scrap Mechanic, будем поднимать вам настроение и приготовили классные построечки. Димончик, поздравайся. Всем привет. Где-то там еще играет подписчик. А, вон там. Дима написал, чтобы он не мешал, и он убежал на край карты. Молодец, очень послушный подписчик, да, Димон у нас? Да, хорошо, мне очень нравится. Показывай. Так, начнем, ребята. Мы давно очень хотели вам показать постройки Detran, получается, да, Димас? Да. Вот настал тот момент, когда мы вам покажем Detran, попроходим с Димасиком Detranчик. Да, если вы пьете, кушаете, приятного аппетита. О, Димон, я так хочу, чтобы ты западло мне всякие поделал. Давай. Я захожу. Так, давай, залетай ко мне. Залетаю. Поднимаемся. О. Так, справа это мое. О, все, левый. Дима, давай будем максимально растягивать удовольствие, потому что, может, разработчик очень сильно старался, а мы пробежим. Так, ну что, Дима, насчет... Все, я тут нажимаю клавиши какие-то. Да, ну что ты? О, назад можно, да? Ладно, давай. Так, Дима, ну все, давай, я готов, будешь мне? Давай, короче, чтобы было по-честному, я не буду прыгать. Не-не, давай с первой. Да какой первый, пойдем. Оно ж работает, я думал, что, может, ты поймаешь меня все-таки? А, ну да. Так. Ой-ой-ой, не лупи. Так, это что у нас? А что оно делает? Оно меня просто толкает? Там, да, просто какие-то штуки непонятные. Это что у нас? Обходим. Не обойдешь, да? Заходи. О, это комната. Ух ты, Димон. Это комната за подлом. Я понял, я возвращаюсь наверх. Ты упал? Ты упал? Да, меня самое не скинуло. Ресетнуло. Что, Дима, заново пойдешь, да? А так я лифт не могу вызвать, надо, чтобы ты нажал кнопку. Нажал. Бегу. Так даже, Дима, интереснее. Да? Ну это конечно. Что, Дима, это испытание ты заново будешь проходить? Или я вот иду здесь, прохожу. Сейчас. Так. Так, здесь я, ладно. Там я упал. Ого, меня подкинуло, ничего себе. Здесь что у нас? И все, конец? Дальше. Нет, ты проходишь такой. Ну, прохожу такой, и ты меня хоп, и выкидываешь опять. А, ну понятно. Ты какой-то Detran, если честно. Ты ну, Димон, это же самый первый, мы знаем, что там есть круче. Не, взорвать его надо, ты что? А, взорвать, да. Да что наша традиция старая, куда удалять? Традиция, я всю ночь спать не буду. Я же заговариваюсь, ты что? Вот, это что-то повеселее будет. Так, куда нам тут заходить первую? Вот сюда. Диман, давай теперь я буду нажимать. Ты хочешь нажимать? Да, давай, проходи. Вот дерьмо. Так ты прыгнул, ну ладно. А давай здесь. Да что за говно? Он что, не учитывает физику Scrap Mechanic или что? Ладно, я давай, короче, не буду. Да, давай. Есть. Вот. Наконец-то, хоть тебя поймал чуть-чуть. Там крутилка, да, какая-то? Да. Ой, блин, не на кнопку нажал, на механизм. Так. Ого, он тут типа это скидывает. Ага, я думал, спрессовывает. Давай здесь, Димон. Ты меня не поймал, короче. Это тебе не Гаррис мод. Так. Оп. Оп. Вот, блин! О, Димас, я прошел. Я знаю. Так. Блин, вот это, кстати, необычно. Я вообще не ожидал. Это классная ловушка, она мне нравится. Пошел. Меня вообще перекинуло просто через всю карту. Ой, не через всю карту, а это. Оно как-то меня подкинуло прям аж. Так, я иду. Давай ты меня больше здесь не будешь убивать. Так. Давай, прыгай. Есть, подловил. Так. О, прошел. Прошел. Давай здесь. Ага, я тебя понял. Мужичок. И что, я нажал кнопку, и я выиграл. Ой, ты выиграл. И меня скинуло. Я выиграл. Если тебя скинуло. О, здесь тоже построено. Так, а подожди, не трогай, сейчас тебя там взорву что-нибудь. Ух, как громко было, да? Ого, он такой длинный, что не весь разрушился, ничего себе.
Да, давай, давай его полностью разрушать. Конечно. Внизу туалетики садишься на них и на ту штучку садишься. И еще не целиком, о, ничего. Нет, сейчас это мы это все поправим. Очень, прям. Поправимо. Красиво. О, и еще вот эту часть. Тело даже не взорвалось. Давай, Димон, дальше. Ставлю следующую построечку. Так, следующая постройка. О, этот дедран, мне кажется, здоровый, прям огромный. Такой. Во, это моя мечта. Смотри, он такой, знаешь, заветренный, да, чуть-чуть. Так, все, поднимаемся. Так, давай, давай я теперь буду тебя. Ого, меня откинуло. Так, а что тут набирается скорость, что ли? Ага, такое? Паркур здесь вижу. А, вы, блин, уже прошли, Димас, одно испытание. Так тут не написано, где тут стар, где фин. Ладно, все, давай уже с этой начнем. Давайте следующее, давайте. Погнали. Вот видите, Димас, тут уже... Блин! Сейчас, Диман, подожди. Хотел обмануть тебя, обманул сам себя. Тут уже, Димас, кстати, не перепрыгнуть. Ай-яй-яй-яй-яй. Красиво, Диман прошел здесь. А, здесь ты уже полностью ловушка. А ну давай, нажимай. Вот говно. Вот дерьмо. А сейчас меня поднимет? А не, я думал, меня поднимет. Вот здесь, кстати, минус то, что тут нет этих туалетиков. Да, 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 нельзя тпхнуться. Тпхаться. Ну что мне откидывает, блин? Отключите эти штуки крутящиеся. Че, издевайтесь тогда мной? А, точно, они же тебя там гасят. А я не могу пройти. Это на Зарде включил. Давай, давай, проходите вас. Оп. Прыгай, оп. Ты какая-то Марио прыгаешь. Ну, еще не хватает сверху кубиков и монеток. Да-да-да. Так, здесь. О-о-о-о! Ты чего, Димон, это какая-то читерская штука? Вот это мне нравится. Ха-ха-ха! Блин, ты как? Как ты так прошел? Потому что я выхватил момент, оно же не сразу срабатывает. Какой-то есть промежуток времени. Прошел две ловушки моих, три ловушки. Так, здесь, Димон, что у нас? Так ты мои ловушки еще одни прошел. Мои тут колесики крутятся. Так вот, я их могу перепрыгнуть, чё? А, да? Толку. Ну, давай, дешевые понты. Давай. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну! Вот говно, я понял, в чем ловушка, она меня задерживает на месте там. Хорошо. Ветер. Вот паркурист от бога сейчас. На ровном месте промахнулся. Так, ладно, давай ты тут как-нибудь пройдешь сам. Тихо. Так, а здесь. Ай! А чё на ней открывается эта шляпа? Надо крутить, подожди. О. Да ну блин, опять тоже жопа, да что ж такое-то? Так, ну чё, ты типа победитель самый лучший. Ну, наверное, ну такое себе. Ну, короче, Детран не из лучших, так сказать. Во, ничего себе. Это робот. Бэтмен, что ли? А чё у него как-то странно сделано? Антенки Бэтмен такие. Там это прищемило Назарда. Это у него как базуки, ничего. Плохо так. Это, короче, робот-убийца, наверное. Диман, я включил его. О, здесь помосток, заходить можно в него. Это робот какой-то, робот-боец какой-то, знаешь, Димас? Так, я сел. А он не работает, что ли? Ну, я пушками управляю. Да-да-да, пушки. Походу, знаешь что, надо как-то другое место подняться, чтобы именно им управлять. Там еще есть сверху, я вижу, второй этаж. Там и сидим. Там туда и надо. А, в головешке есть. Давай-давай, в голову надо подниматься прям. Так, ну чтобы в голову подняться, я думаю, тут нужно нам использовать кое-что. И вон, я сел. О, я тебя вижу, давай, короче, едем. Рука. Диман, что он еще может? Ну смотри, дверь открывает руку. А, двигать руками может и ездить. Ого, шупальцы у него. Смотри, а ты положи что-нибудь туда, он все прищемит это все. А ну давай. Че, он бомбу не может? Бомбу не может защемить. Да ничего страшного. Неплохо, Димончик. Голова крутится у него еще. Смотри, что с рукой. Ну и что-то подглючивает. Это из-за твоей бомбы кривой. Она ровная. Разворачивайся, едь сюда. А он не разворотливый. Разворотливый.
Он не поворачивает, он не умеет. Только вперед-назад, что ли? Что ой, за говно? Ой, робот, ты чё? Ладно, ладно. Не урчи. Дима, давай... Ого, это было жестко вообще. Столько запчастей в лицо прилетело. Так, следующий робот. Робот-толстячок. Во. Это смотри, что-то, Дима, вот посерьезнее. Спереди как-то даже на паровоз было похоже. Я за рулем. О, давай, закрывай, Дима, эту кабинку. Чинк. Посмотрим. Чинк. Это робот, знаешь, робот-воин. У робота сигнал, как у запорожца. Не успел поменять, пацаны, сейчас. Да ничего страшного. Так. Вот этого робота, вот я ему могу название дать. Робот-боец. Робот какой-нибудь штурмовик. Нет, Дима, да? Он не работает. Как не работает? Он должен работать. Нет, я просто в нем сижу и все. Кнопки тут какие-то есть. Ой, надо с него выйти, наверное, да, как-то? Да, как-то нужно. Давай-ка я попробую сесть посмотреть. Так, да, Дима, хочу выйти, но он какой-то... Уберу. Давай, я так буду сидеть. Лестницы эти поубираю. Да как выйти? Пацаны, вы застряли с Назардом вдвоем в нем. Я знаю, как вас спасти. Нет, Димон. Таким образом. Вот робота ничего не осталось. Это муляж был. Это просто наш дешевые понты. Ну попробуй ты в него сядь. Может, все-таки я не умеха. Ну, сигнал работает. Вот говно, не работает. Не работает, не работает, Дима, сломанный. А ну, взрывайте меня сюда. Полностью, пацаны, взрывайте. Хорошо, Дима, уговорил. Тыщ. Красота. Он взрывается, он лучше, чем просто стоит. Да. И я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубль ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!